Всем привет! Сегодня хотел рассказать об одной проблеме, связанной с L-боксами, хранением инструмента в них и одном из штатных вариантов решения. L-боксы, в них довольно удобно хранить инструмент в штатных отсеках, при этом они у нас соединяются друг к другу, их удобно перевозить на тележках. Но какая есть проблема? Если вот у нас размещен инструмент, давайте вложим в оснастку, лежит только инструмент. Если мы закрываем L-box и начинаем вести чемодан, то у нас инструмент, вот я придерживаю ручку, чтобы она у нас не билась, у нас инструмент не лежит на своем месте, он ударяется о стенку, если нести за ручку. То есть, в принципе, это происходит постоянно. Инструмент ударяется о крышку, что не лучшим образом сказывается на самом инструменте. То есть у нас появляются потертости, и само вот это громыхание, например, мне очень не нравится. А таскать всегда за вот эту рукоятку не всегда удобно. Например, сейчас он перевешивает вот в эту сторону. Какое есть решение для этой проблемы? Есть вот такая вставка. Это штатная вещь от Сатрима. Она идет для старых L-боксов. Использовалась в наборах, где у нас идет измерительный инструмент, то есть это какие-либо термодетекторы, то есть которые не очень хорошо, чтобы они бились совсем. Если здесь у нас шуруповертый импакт, более-менее для них это не страшно, то для измерительного инструмента и различных камер это нехорошо. Вот такая вставка. Вставляется она у нас в крышку, фиксируется за счет разбора. То есть она выполнена чуть-чуть больше. Давайте ее поставим. Довольно легко ставится. При этом никуда не девается. То есть она уже не выпадет. И давайте попробуем закрыть. У нас бокс закрывается, то есть не надо крышку прижимать, я просто ее закрываю. Ну давайте посмотрим результат. У нас в принципе инструмент уже не болтается, так как даже если он доходит, здесь упирается в крышку. То есть никакого громыхания нету. Более того, если мы носим какую-то здесь расходку, то также становится меньше. Он совсем никуда не уйдет, но вместо того, чтобы ударяться о пластик крышки, будет ударяться на мягкую вставку. То есть вот небольшие звуки присутствуют, но без нее все намного хуже. Достается она довольно так же просто, как и ставится. То есть мы ее просто вытаскиваем. Ну и, соответственно, то же самое, если сравнить без этой вставки. Также, что хотел про нее сказать сразу, она рассчитана на старые L-боксы. Если мы попробуем примастить ее к новому, то ничего у нас не выйдет. То есть крышка здесь отличается кардинально, ручка в другом месте, ширина другая, то есть никак ее здесь закрепить не получится. Вставка подходит для любых старых L-боксов, то есть ее можно поставить в 102, 136 и более большие кейсы. Также где ее можно использовать? Вот есть у нас набор видео. Сделаем по нему обзор. Вот здесь у нас отвертки, ниже у нас жигри-кусачки. Все это в таких режиментах выполнено. И, собственно, проблема еще больше, чем шуруповертка. То есть стоит громыхать, при этом может даже выскакивать из своих мест. Ну, также у нас здесь, так как L-бокс у нас старый, мы, в принципе, ее без проблем можем поставить. Давайте это сделаем, посмотрим, закроется у нас L-бокс или нет.
считаем по направляющим. Все, крышка одета, закрываем. Ничего додавливать не нужно. У нас появляется здесь, за счет того, что она вот здесь идет, он более герметично закрывается, то есть туда не попадет пыль. Соответственно, вот я дожимаю, ничего не выступает, защелкиваю, ну и проверяем, чего у нас уже не громыхает. Вот такая удобная вещь попалась в магазинах Германии. Взял себе несколько штук, посмотреть, что это такое и насколько это удобно. Оказалось, очень удобно. Вот что хотел рассказать. Артикул ее я приведу в подписи к данному видео. На самой на ней никаких артикулов нет. Выполнена она вот из пенного такого материала. Крайне напоминает ложемент от набора Гидора. Вот. И вот здесь дополнительно проставки идут, чтобы у нас смягчить какой-то удар или воздействие. То есть они приходятся как раз на центр сока. Единственный минус, который есть с этой вставкой, если мы вернемся вот этому набору, мне, например, нравится в отсеке аккумулятора размещать вот такой наборчик, этот набор ВИХ. Соответственно, закрывается он с ним впритык. Если я попробую поставить еще дополнительный вкладыш, то я думаю, с ним уже закрыть ничего не получится. Давайте как-то проверим. Ну, в принципе, под него можно прорезать часть, но он уже не закрывается. То есть ничего здесь, если размещать в другом месте, но не закроется сам по себе. Какие-то вещи, которые размещались впритык, конечно, с этой вставкой уже использовать не получится. То есть на это тоже надо обратить внимание. А на этом все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.